привет. Что-то только что произошло в Самаре. Я до сих пор в восторге об этом. Слов даже не хватает. Это настолько просто. Это чудо просто. Там мы совершили вместо это чудо, которые дают безмены, вдохновления и мотивации для того, чтобы не только продолжать и победить, потому что правда и доброта всегда должна победить против зла. Смотри, а я вот еду, потихоньку еду. И завтра все еще по плану, давай встретимся в Волгограде. Я буду второй машине найду. Все будет. Самара от души, вы просто великолепны. Такая доброта, это волна доброта, это настоящая русская. А Волгоград, завтра давай увидимся от души.